Битва пограничных псов с фашистами. Единственная битва во время войны между псами и человеком произошла в самом центре Украины, на Черкашине. В ходе блицкрига Гитлера планировалось взять Киев к 3 августа и провести так называемый парад победы 8 августа с участием самого фюрера Муссолини и Тиссо. Сразу взять Киев не удалось. И было принято решение обойти с юга. Немногие знают эту местность. Лесисто-холмистый массив на правобережье реки Синюха. В этом районе попали в окружение и отступали 6-я и 12-я армия генералов Музыченко и Понеделина. В отдельном батальоне находились служебные собаки. Они вместе со всеми бойцами трудились на победу. 30 июля пограничный батальон принял свой последний бой. Силы были неравны. Всего 500 пограничников и целый полк фашистских войск. В критичный момент командир батальона дал приказ пустить в бой 150 служебных пограничных псов, так как другого выхода уже не оставалось. Страшное зрелище. Обученные овчарки в последних предсмертных судорогах впивались в горло противнику. На удивление, немцы отступали, ожидая подхода танков. В этом бою погибли все пограничники, а уцелевшие псы до конца битвы оставались верны своим хозяевам. Каждая уцелевшая собака не отступала от тела погибшего хозяина и никого не подпускала к телу. Немцы расстреливали всех псов, даже в местной деревне Дворняк. После произошедшего немцы разрешили похоронить советских пограничников со своими преданными друзьями. Так вот и закончился этот неравный бой между собаками и фашистами. Наверное, все-таки не зря говорят, что собака – это лучший друг человека. Он будет до последнего стоять рядом с человеком и защищать его, и погибнет вместе с ним, если придется. Подвиг Зои Космедельянской. Зоя Анатольевна Космедельянская была среди жителей, оставшихся в Москве перед немецким наступлением на столицу. Уже во второй половине октября в 1941 году отбирали лучших комсомольцев для работы в немецком тылу в качестве диверсантов. Отобрали и Зою Анатольевну. Пройдя суровую подготовку, будущая героиня попала в Подмосковье, в деревню Головково. Там, в оккупированной деревне, Зоя сожгла несколько домов, принадлежащих местным жителям, чтобы провизия не досталась оккупанту. Позже Зою схватили немцы и жестоко издевались над ней. Кстати, сдал героиню один из стражников, Свиридов, за что получил бутылку водки от немцев. Позднее он был приговорен к расстрелу советским трибуналом. Зою 4 часа водили голой на морозе. Одна из местных жительниц вылила на девушку котелок с помоями. Зоя сожгла ее дом. Героиня не признавалась, кто она и где служит. Называлась Таней. Фашисты приговорили Космедельянскую к казни. Виселицу уготовили. Вели утром. Некоторые местные жители, погорельцы, пинали Зою и кричали на нее. Мол, немцам не навредила, а наше жилище сожгла. Позднее этих местных приговорили к расстрелу, советский трибунал. Зою повесили, а ее тело еще месяц висело в деревне, в назидание. Над трупом глумились и немцы, и местные жители. Впоследствии справедливая кара настигла всех глумителей. Подвиг Зои Космедельянской вошел в историю. Героине присудили посмертно звание Героя Советского Союза.
Таран бронепоезда Дмитрием Комаровым. В конце июня 1944 года, во время освобождения Белоруссии, перед 15-й танковой дивизией было поставлено задание перерезать ЖД-дорогу Лунинец-Бобруйск для освобождения станции Черные Броды. Был шквальный огонь. Несмотря на это, первым на станцию прорвался танк лейтенанта Дмитрия Комарова. Вражеский бронепоезд стал поливать снарядами экипаж Комарова, впоследствии чего танк был подбит, а будущий герой ранен. Командир принял единственное правильное решение – взять бронепоезд на таран. И горящий Т-34 свалил с рельс две бронеплощадки. Каким-то чудом Дмитрий Евлампович остался жив. Его экипаж погиб. Однако герой погиб позже, в 1944 году, освобождая Польшу. Восхищенные немцы. Герою Николаю Сиротинину в 19 лет удалось оспорить поговорку «Один в поле не воин». В 1941 году наши отступали из Орла. Необходимо было прикрыть отход войск. Остались двое – Сиротинин и еще один солдат. История умалчивает данные о том, почему Николай все-таки остался один на поле. Однако существует версия, что Сиротинину и его орудию необходимо было создать пробку для продвигавшихся танков немцев. Итак, Николай остался один с орудием и 60 боеприпасами. Первым же выстрелом он подбил немецкий танк, потом бронетранспортер. Немцы пытались оттащить свои танки, но Сиротинин метко уносил танк за танком. Фашисты никак не могли вычислить окопавшийся русский полк солдат. 2 часа продолжался бой. Наконец, определив местоположение Сиротинина, немцы предложили ему сдаться. Но герой ответил выстрелами из карабина. Солдат погиб. Немцы, обнаружив Сиротинина, были в шоке. Исторические хроники так описывают погребение героя. Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей, вспоминает Вербицкая. Мне, как знающий немецкий язык, главный немец с родинами приказал переводить. Он сказал, что так должен солдат защищать свою родину. Потом из кармана гимнастерки нашего убитого солдата достали медальон с запиской «Кто да и откуда?». Главный немец сказал мне: «Возьми и напиши родным. Пусть мать знает, каким героем был ее сын и как он погиб». Я боялась это сделать. Тогда стоявший в могиле, накрывающий советской плащ-палаткой тело Сиротинина, молодой немецкий офицер вырвал у меня бумажку и медальон и что-то грубо сказал. Гитлеровцы еще долго после похорон стояли у пушки и могилы среди колхозного поля, но без восхищения. Выстрелы и попадания подсчитывали. Советский танк КВ-1 взял на буксир 2 немецких танка. Курьезный случай приключился с нашим танком КВ-1. Экипаж и машина остановились на нейтральной полосе из-за неполадки двигателя. Немцы, обнаружив танк, стали стучать по броне и требовать сдаться. Экипаж не выходил. Тогда прагматичные немцы приняли решение 2 своими легкими танками оттащить наш тяжеленный КВ-1 в расположение части. А там уже и танк вскроем, и экипаж допросим, и трофеи поделим. Расчет оказался неверным. Немцы стали буксировать КВ-1, он завелся. Так как он был тяжелее, то с легкостью оттащил в советскую часть 2 свеженьких немецких трофея. Немцы были вынуждены бросить свои машины.